В месте приготовления пищи имеется немалое количество пожароопасной техники и приборов, которые могут навредить человеку, а также привести к трагическим последствиям. Чтобы не возникало небезопасных происшествий, нужно помнить о элементарных правилах. Еда в процессе готовки не должна оставаться без наблюдения. Обязательно устраняйте с плиты и кухонного стола весь пролитый жир. Крючки для полотенец или же прихваток должны находиться подальше от печки, а также все, что может загореться. Если плита стоит у окна, обязательно во время готовки отодвиньте занавески. Масло на сковороде может загореться и огонь перекинется на них. Электрические провода на кухне должны быть обязательно сухими и чистыми, потому что вода и жир разрушают изоляцию. Не допускайте детей к техническим приборам в месте приготовления пищи. Не пользуйтесь на кухне аэрозолями, они могут вспыхнуть даже на удаленном расстоянии от плиты. Если масло загорелось в сковороде, закройте ее крышкой. Ни в коем случае не заливайте ее водой, оно может разлететься по всей кухне и начнется настоящий пожар. Для тушения очагов горения держите под рукой крышку, пищевую соду. В качестве подручных средств может пригодиться любое моющее, земля из цветочных горшков, мокрое полотенце. Если же в кухне произошло возгорание, действуйте немедленно. Прежде всего, отключите газ и электричество. Если возгорание расширяется, звоните в МЧС по телефону 101-202-25-072-103-1366. Помните, ваша жизнь в ваших руках. Берегите себя и своих близких. Новости телеканала «Луч».